И снова всем хейл, ребятки. И давно меня, конечно, здесь не было на просторах Ютуба, опять же. Но сегодня я вернулся и готов, так сказать, показать немножко годненького контента, вот записать. Название моих видео, как всегда, говорит само за себя. И если вы сюда пришли, вы уже знаете, что мы будем здесь делать, что здесь будет твориться. Также, кто впервые на канале, подписывайтесь, потому что я стараюсь как бы делать годные видосы. Иногда, конечно, не задерживаются, иногда выходят более регулярно, но все равно подписывайтесь, это будет очень приятно для меня. Так сказать, я даже пропускать никак нельзя, и я надеюсь, я не Нави, и мне сегодня повезет. И, собственно, к чему я это говорю? Наверное, кто играет в Кейс Кликер, наверное, смотрит турики по КС-ке, наверное, играет в саму КС-ку и следит, наверное, за командой Нави, потому что как бы СНГ команда. И, наверное, понимает, что сейчас какие у нее вопросы, какие у нее проблемы, что она сейчас не занимает ничего, кроме вторых мест. И вместо рожденных побеждать, конечно, это рожденные вторые места занимать. Ну да, в принципе, как последние туры, которые я видел, это в Лиссабоне, который находится в Португалии. И там, да, конечно, игра датчан это превыше всего сейчас. Блин, не знаю, что им там вкалывают, серьезно, сейчас 10 туриков в год. Правда, там, как рассказывали, типа, аналитики, что можно и 11 выиграть, что там, типа, Фнатики в каком-то году выиграли 11. Ну, не знаю, уже неплохо, хотя они лям забрали, блин, ты гляди, так пару еще туриков, они станут богаче меня. Но я, конечно же... Я же не буду отставать, я тоже буду поднимать свой инвентарь, вы же знаете, у меня же есть лайфхаки, как поднимать инвентарь, поэтому фиг меня догоните. Да, можно сказать, чуть пару слов сказать о кейсе, потому что как бы поговорили о новостях последних, можно сказать о кейсе. АК-47 Азимов, вы, наверное, уже точно об этом все знаете, но, блин, рили, АК-47 Азимов. Я не знаю, кроме АВП, вряд ли что-то будет годненькое на Азимов. Но я, конечно, хочу его выбить. Куда опен кейсер без лучшего скина в кейсе? На него, уверен, если на статтрек Factory New наклеить 4 IB Power, это будет очень красиво смотреться. Но об этом немножко попозже. Перед тем, как перейти к основной теме видосика, я хотел немножко поговорить, в общем, о отдаленных темах. Таких нет. То есть они как бы связаны немножко, но не относятся к кейс-кликеру и открытиям кейсов. Идет сейчас зимняя распродажа в Стиме. Годных игр, конечно, мало по скидкам. Прям, чтоб такие аж скидки реально крутые. Я купил себе только парочку игр. Точнее, по-моему, там 3 купил игры по скидке, потому что не нашел дешевле нигде в интернете. Может, я, конечно, плохо искал, но не суть. Я, наверное, вот так вот где-то сейчас на экране вот где-то появится. Возможно, если я смогу так найти, вспомнить, что я хотел показать, смонтирую вот те игры, которые я прикупил. Также самое что значимое, возможно, для кого-то, это, то есть, можно скрафтить значок бесплатно. То есть, в каждый день там выпадает по 3 карточки и по 3 какие-то там конфеты, пирога. То есть, что можно тоже получать значки, получить левела. Я там поднял уже 2 левела чисто бесплатно, потому что у меня еще есть второй аккаунт, на котором я, конечно, оформлю эти все значки. То есть, я где-то тоже сейчас покажу, вот, у меня где-то какой значок 8-го, по-моему, уровня. Я его тоже сейчас видите на экране. То есть... Всегда есть что-то интересное, но в то же время это как уже... Думал, какая-то будет мини-игра, как обычно, то есть, но ничего кроме этого не добавили. Portal 2 продается, как обычно, по скидке. Left 4 Dead 2 продается по скидке. А в общем, так, больше ничего интересного. Ну, то есть, там, кроме того, что... Да, я, конечно, это тоже пропустил. КС-ка стала типа полубесплатной. Но если вы хотите поиграть и получить скины, заплатите... 425 гривен или там 1000 рублей. Не знаю. Это забавно, конечно, блин. Зато рекордное количество людей играет теперь в КС-ку. Был какой-то там пик, не помню, уже смотрел графику, там что-то 700. Или я ошибаюсь, там человек. В общем, как всегда, неплохо, но... Не знаю, Новый год. Время тратить деньги. Кто тратит деньги в магазинах, а я буду его тратить в Стиме. Ладно. Я думаю, мы немножко так поговорили, двухминутное отступление. Теперь, наверное, пришло время открывать те самые легендарные 100 кейсов, которые я купил. Не помню уже, сколько денег. Погнали. Вот. Так, я готов, короче. Но я хочу сказать, наверное, сразу. Если мне не выпадет за 100 кейсов статтрек Factory New АК, я буду открывать дальше. Не знаю, возможно, это видео, конечно, затянется. Возможно, я буду открывать фастом. Но... Посмотрим, что сейчас будет, поэтому поехали сразу к первому кейсу. Я не надеюсь, конечно, что прямо сейчас сразу что-то хорошее выпадет, поэтому давайте сразу фастом откроем, чтобы прям не растягивать удовольствие. Первый кейс.
P250 и Nevermore. Типа ничего больше. Плохо в английском я, конечно. Давайте сразу второй откроем. Фастом также. Наверное, кейсов так 20 не буду открывать. Будем открывать фастом, чтобы не затягивать немножко. Вот выпал Mac 10 статрек. У меня, в принципе, все статрек выпадает. Это понятно. Ново. Хорошо. За 93 цента. Погнали дальше. Меня это очень радует. Открывайся. M4A4 Magnesium. $41. Прямо с завода. Уже неплохо. Это типа как огненный... Дигл, типа, как его, типа бюджетный закуп, бич-закупочка. Так, ладно, открываем дальше. Дальше нам выпадает опять Mac 10. После Mac 10 нам выпадает MP9. В принципе, не знаю, можно было бы их сразу продавать. Я зря это не сделал. Так, СГшка за $1.40. Хорошо, видимо, MP9 и СГшка у них одинаковые скины, я понял. Так, 9. Блин, это типа такой экономочка. Решили под конец только дорисовать вот это вот фейдовский. Типа армейский, как его там, армейский блеск, как он там на конце с фейдом, блин, вообще совмещает такое непонятное. Ладно, давай открываем дальше. Блин, специально просто твари. Ненавижу. Так, и выпадает нам СГшка. 10 кейсов открыто фастом. Давайте немножко продлим это участие и пооткрываем медленными открытиями. Я примерно понял, что я буду чередовать это открытие. То есть сначала 10 медленных, 10 быстрых открытий. То есть сейчас десяточку откроем медленными открытиями и посмотрим, что у нас будет. И вижу, уже пролетел Азимов, выпадает. Вот почему ненавижу смотреть эти открытия. Потому что вот так вот, блин, случайно открыл быстрым, выпадает Галилчик. Я случайно, извиняюсь. Открываем дальше. И MP5 SD за $40 поношение. Вот первая розовая пушка, похожая на босранную голубями, которые были где-то там, летали в Чернобыле, а потом прилетели сюда и создали этот MP5. Ладно, погнали дальше. Все пролетает и выпадает нам СГ. Окей, погнали дальше. Осталось еще 6 кейсиков до фаст открытий и выпадает нам. Угу. Спасибо. Спасибо за скорострелки. Я как раз очень с ними играю в меме. И в кейс-кликер, так тем более их сразу продаю. Опять ямочка, которая стоит $9. Это похуже качеством будет, поэтому идем дальше. Ну, цель реально, цель у нас АК-47 Factory New. Опять выпадает то же самое. Походу, кроме этого, нам ничего не выпадет за 100 кейсов, серьезно. Так, USP. Окей, флешбэк, есть такая М-ка. Прикольно, нет слов, только если бы еще была бы Factory New, то это вообще было бы супер неплохо. К этому вопросу у меня в принципе нету. Конечно, дороговато, на свою цену, конечно, не тянет, но... Вот, примерно такая же самая М-ка, только это типа сильное пламя, во. Типа экономный тоже закуп. Не, в принципе, прикольно, я люблю с локами играть, но у меня такой же самый дигл есть. Но глок у меня в КС-ке, в реальной КС-ке, это я играю еще с водяным. Ну, это прикольнее, он сейчас дешевле стал, раньше он был намного-много дороже. Давайте откроем последний медленным открытием, и выпадает, как всегда, прилетает в АК Азимов, выпадает USP Flashback, $16. Окей, неплохо, давайте немножечко, точнее 10 кейсов теперь откроем по фасту и посмотрим, что нам выпадет дальше. Давайте, я просто сейчас настроился, давай, первым фаст открытием это будет за Нави. Давай, хороший кейс за Нави, ясно. Давай, хороший кейс за двор. Ясно. Хороший кейс за упор. Блин. Давайте кейс за така. Хорошо. Кейс за кого? За симпла. Почему на него ничего не выпадает? Ладно. За така в мебрах. Блин. За стюи в ликвидах. Блин. За Зевса на пенсии. Блин. Я не знаю. За Зювса в мебрах. Блин, не прокатило. За Нави на победу на мажоре. Блин. Еще один. Давайте. Не знаю, за что можно еще один открыть. Кто у нас такой еще? Давайте интересный подумаем. Есть такая интересная личность. Кто-то... За девайсов топ-1 HLTV.
Да пошло оно все. Да что за фигня мне падает, серьезно. Блин, так хоть что-то нормальное, уже открыл сколько кейсов, просто. 31 кейс позади, и не выпало ничего. Погнали дальше. Теперь время медленных открытий, и будем растягивать, как всегда, удовольствие. Блин, опять. Да опять, ну как? Давай хоть хорошая. Удача, приди. Nevermore. Никогда, типа, не думай даже. Nevermore. Типа, не надейся. Просто не надейся на хорошее. Nevermore. М-ка, надеюсь, баксов хоть 40. Ясно, 5 баксов. До свидания. Просто как деньги уплывают, так и кейсы уплывают. Два ножа прилетело, выпадает нам дробовик. Спасибо. Пришла мне смс-ка, тоже спасибо за вибрацию. Неважно, погнали дальше. Глок, хорошо, спасибо. Сколько вообще у них шанс процентов, интересно, у этих глоков? Ладно. Дробовик. Я буду так чередовать. Глок, дробовик, дробовик, глок. Nevermore. Да-да-да, я забыл еще. Nevermore, точно. Никогда более. Ну, пожалуйста, прошу хоть что-то. Подари мне хоть что-то под Новый год стоящее. Спасибо, спасибо. И да, еще хотел сказать, все то, что выпадет в этом кейсе, точнее, если что выпадет годное мне, я, возможно, разыграю. В конце я придумаю, точнее, скажу вам, что будет новогодний розыгрыш. Да, кстати, всех с наступающим, я это хотел сказать еще в конце видео, потом поговорим позже. Придумаю новогодний розыгрыш, соберу там самые-самые какие-то годные, самые четкие скины и... Блин! Прилетело. И мы, возможно, их разыграем. Но, кстати, у меня еще есть еще один конкурс на 500 тысяч, но если вы не принимали участие, так само принимайте. Ссылка будет, как всегда, в описании на мою группу ВКонтакте. Там просто поставить лайк, даже не надо репостов. И там когда соберется 10 лайков, я разыграю, в принципе, точнее, вещей на 500 тысяч. Но здесь это как бы новогодний будет. Новогодний будет розыгрыш, там будут самые какие-то интересные, самые такие прикольные, красивые скины, которые я соберу просто из разных коллекций. Вот нам выпал М4А4 прямо с завода. Такой себе, конечно, скинчик, но, в принципе, флот неплохой. И я немножко, конечно, пока разговаривал, переусердствовал и открыл немножко больше кейса. Ну, неважно, давайте будем открывать теперь по фасту, потому что я уже не знаю, на что честно надеяться. Так, новогоднее настроение есть. Я только что просто сбегал, включил себе гирлянды, выключил свет в комнате и включил гирлянды. Поэтому у меня комната мерцает. И надеюсь, под это мерцание, под эту красоту, мне выпадет такая Азимов. Да, погнали. Первая фастом. Ясно, как обычно. Ничего нового, я уже даже не удивляюсь, серьезно. Еще СГшка. Дальше. Ножик. Уху. 91 бакс. Нож, конечно, не самый лучший, но уже начало положено. Красный, ну типа золотой, золото-красный. Дальше пошла за ним нова. Даже процент у ножа больше, чем у Азимова АК. Блин, флешбэк. Уже, ну конечно, крутой, честно, скин, но блин, когда он выпадает там 4 раза подряд, и то же самое, это уже интересно. Пока, кстати, открываем кейсы, хочу сказать, что у кого есть праздничное настроение, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто вообще готов к Новому году, кто уже заказал все подарки, кто уже ждет, что вам подарят ваш новый компьютер, который будет стоить дофига денег. Да, это, кстати, будет интересно. Я даже, возможно, где-то там в конце видео приложу где-то там, возможно, фоточку своих гирлянд. Если у вас есть чем поделиться, то для этого есть группа ВКонтакте. Как всегда, можете делиться в комментариях. Под этим постом я даже, скорее всего, сделаю такой, типа, мини-пост сначала для видео. Там, где можете оставить комментарии, в принципе, с тем, чем вам хочется. И второй будет такой мини-пост уже с конкурсом, но, как я сказал, это будет немножко позже. А в это время мне ничего пока не выпадает, кроме ножа, но хоть уже нож, но открыто уже больше половины кейсов. И выпал только один нож и одна розовая MP5 SD. Все открывается по фасту. Немножко решил увеличить количество открытий по фасту, чтобы немножко ускорить открытие, чтобы, возможно, ближе, приблизиться быстрее к АК. Я слишком уже часто говорю за последнее время АК, потому что уже прям мания. Мне кажется, вот слишком порезан шанс выпадения. Нож, приди. Ой, нож. Ну и нож можно.
принципе, хотя бы если будет какой-то интересный нож. Я там стыл, типа, примерно так раскраски новых ножей. Ну, такие прикольненькие, прикольненькие. Опыт, открыли еще 16 или сколько там? 26 уже кейсов открыли по фасту. Давайте теперь открываем по медленному, по растягиваемому удовольствию. Посмотрим, как прилетают очередные ножи. И будем всегда ждать одного, то, что нам нужно. Просто без слов. Есть у кого-то песня без слов, а у меня вот открытие без слов будет. Ну, ясно. Не, в принципе, я молчу. Хорошо. 26 кейсов осталось из 100. Но не выпало ничего красного. Ну, нож не считается. Я имею в виду, из скинов такого ничего не выпало. Опять вот. MP5 SD розовая, которая мне нафиг не нужна. Угу. USP. Ладно, оставлю себе его. Наклею наклеечку, может там пусть будет в коллекции. Если не забуду. Да! Поношенный, неважно. Уже неплохо. Да. АК Азимов. Хорошо. Выпал мне АК Азимов. Немного. Точнее, поношенный. Все. Неплохо. Для начала хорошо. Не фактор нее, но уже неплохо. Флот, конечно, ну, 44-22. Неважно. В принципе, знаешь. Я был расстроен. Сейчас немножко, конечно, вот, получше стало. Получше мое отношение к этому кейсу стало. Правда, если бы сразу выпал бы Factory New, просто сразу, чтобы даже не было, не надо было ничего больше делать, просто наклеить наклеечки, было бы идеально. Но я уже рад, уже неплохо. Это, правда, конечно, не окупает ни в коем разе то, что я понакупал, но деньги это сейчас в данном случае не самое важное, поэтому открываем дальше. MP5, уже путаю с тем, что... радиоактивным. Вот еще было так, короче, пару бы скинчиков бы здесь выпало, таких других, там еще АК, там еще бы АВП Неонуар, который там... Еще АК! Поношенный. Ой, блин. То есть сначала ни одно не падает, потом мне выпадают два сразу АК Азимах. Ну, почти сразу через пару кейсов. То есть, типа, ты подожди. Ты будешь открывать кейсов 70, тебе ничего не выпадет. А потом ты откроешь, и тебе сразу через пару откроется, и выпадет два Азимова. Блин, я думал, что второй уже будет другое по качеству, но, в принципе, мне пока не на что жаловаться. Глок. Уже не важно. Использовать ключ. Маг 10. И еще два. Ой, случайно открыл быстрым. Вот еще два открываем медленным, и потом 10 последние открываем по фасту. И посмотрим, что у нас получится. Здесь все понятно. И последний. Блин, опять быстро. Все понятно. Открываем теперь 10 просто ультрафастом. И потом итоги, как всегда. Последняя, финальная десятка кейсов. Фастом. Нова. Я не знаю, правда, что после калашей может выпасть вообще. Ну, просто два калаша подряд, мне это уже неплохо, поэтому идем просто вот так вот к финальной нашей черте. Ну и 6 кейсов, и через пару секунд после этого сделаем небольшой вывод, финал и последнее, так сказать, конечное обсуждение этого видео, как всегда. Ладно, 3 кейса, они пропадают так же быстро, как и мои деньги. Ладно, это не важно. Уже настроение получше стало после выпадения 2 АК. И последний кейс, с него выпадает М-ка, и все. Сейчас их можно купить, конечно, за $10, но я их покупал, по-моему, дороже, как только обновилась КС-очка, точнее кейс-кликер, и буквально через секунду сделаем небольшие итоги. И вот, те самые последние, так говорю, это как будто момент трагичности, такой драма. Последние итоги, последний видосик в этом году. Такой, я хочу закончить это все на хорошей ноте, на веселой, чтобы не было никаких там плохих моментов. Выпало мне АК, не один, два. Под последнюю двадцатку меня порадовал
Есть кликеры, выбил 2К, и возможно даже я где-то выбью так на превьюшку, там что-то красивое попробую сделать в фотошопе, если это, конечно, у меня будет время, чтобы выпустить сегодня видосик, но уж не хочу оттягивать на завтра, завтра будут свои дела, там свои моменты, завтра перед новогодний день, ночь, короче, выспаться надо, в общем, я понимаю, у меня ни одного такого, у всех, наверное, такие предновогодняя суета, все, наверное, все уже ждут чего-то там интересного, выйти, посмотреть на балконы, салюты повстречать, посмотреть, но... Что могу сказать? Я закончил этот год хорошо. Кейс-кликер мне подарил только что тоже неплохо. И да, могу сказать спасибо всем, спасибо всем, кто поддерживал меня. То есть я начал записывать ролики где-то месяца 4 назад. И мне вот буквально вот за это время появились очень хорошие люди, которые, вот, с которыми я общаюсь даже, ну, которые мне пишут иногда бывают. Вот, то есть мне очень это на самом деле приятно, то есть за то, что время вот я начал записывать ролики, и вот за это время люди начали вот мне какой-то фидбэк вот от видео, то есть пишут люди комментарии, и вот я отвечаю просто каждому человеку, который пишет адекватные комментарии, потому что это очень интересно, мне очень интересно общаться с людьми, которые меня смотрят, то есть они всегда очень дают такую адекватную, просто у меня вот реально люди, которые меня смотрели, которые мне писали, вот пишут реально адекватную критику, адекватные интересные идеи, то есть... Мне очень приятно, что именно вот у меня такая, типа, лояльная моя публика, и, то есть, у них реакции на мой контент очень хорошие и позитивные, то есть нет такого, что вот прям вот аж плохо. Поэтому реально всем спасибо, кто был в этом году со мной, то есть все те 55 людей, точнее 30 людей, которые подписались за буквально 2 месяца, всем очень большое спасибо. И да, и наш ролик, с которым... на превьюшке МКВой набрал уже 200 просмотров, и вот очень приятно, то есть люди реально смотрят, и он где-то там на втором или на первом месте в поиске по поиску, реально по надписи кейс-кликер, блин, это очень реально приятно, и что могу сказать под конец, всем приятно отпраздновать Новый год, побольше тянок, аниме-тянок, не знаю, кто вам больше нравится, кто от чего зависит, так сказать. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Я придумаю конкурс. Я отфотошоплю, я смонтирую. Я все постараюсь сделать по-быстрому. И надеюсь, 30 числа сегодня ролик выйдет. Надеюсь, что для вас будет новогодним подарком. Потому что такие люди, знаете, заходят в ютубчик. Блин, все неинтересно. О, ёпта, его месяц не было. И тут такой, опа, видосик. Все, я все высказал. Мне все, сказать, больше нечего сказать, поэтому... Всем хорошо отпраздновать, всем хорошо встретить Новый год. Всем спасибо, всем пока.